Вот собачки гуляют. Сегодня у нас 17 июля. Вот они гуляют, что-то там нюхают. Вот, кстати, прогулка идет на вот такой вот аллейке. Кстати, раньше это была река, в которой народ купался. Позднее еще превратили в поганку. А превратили в поганку, это они ее загадили, получается. Потом им не понравилось это болото, они засыпали болото заново и провели искусственный водоем. Вот спрашивается, зачем было делать такой обезьяний труд, когда можно было просто все сделать попроще. Да, вот собака перешла на ту сторону, другая осталась здесь. Вот. Кстати, вода здесь очень холодная, так как вначале выкопали скважину, и вода идет со скважины. Ну, вода здесь родниковая. Отсюда можно ее спокойно пить. Только не здесь, вот именно не здесь, а вот там дальше. Там есть скважина, благодаря которой можно пить. Вот собачка уже легла в засаду, чтобы поиграть. Другая собачка бежит по водичке. И сейчас ей достанется, потому что она убежала. Вот сейчас она будет нападать. Вот. Сейчас произойдет нападение. Где она? Вот она. Происходит. Эта умная не хочет идти. Вот, побежала. Выбежала из воды. Бежала. Чела! Чела, ко мне! Челка! Чела, чела, чела! Чела! Пася! Пася! Да, конечно, собаки упрямые, когда видят другую собачку. Пася! 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 Вот вылезла из воды собачка. Да. Ой, там эти хотят уже косить что-то траву электрокосилкой. Так что собакам здесь будет не поиграть. Ну вот, они уже сами играют между собой. Вот. Конечно, как-то у них прогулка не сильно-то она интересна. Обычно она более оживленная. Они бегают, прыгают, гуляют. Они вообще спрятались за дерево. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, делайте комментарии. Ну вот. Такая вот местность здесь. Вот, включаю эту шумовую машинку. Уже стало неинтересно.